Значит, тайный чашник, что оставляет всюду странные напитки. Чего он желает, добра или худо? А, рад видеть кого-то из гостей, вкусивших мои дары. Сюда мало кто добирается. Гостей или жертв? Это одно и то же. Хель важнее результат. А мне интереснее сами испытания. Я велел расставить образцы по всему Нифельхейму, но не стеречь, дабы гости могли вкусить их без стеснения и по своей воле. Но как оценить выбор гостей, если напитки без присмотра? Сам выбор укажет, какой напиток оказался привлекательней. А причину смерти без труда можно определить на глаз. Причину смерти? Если цель убить, есть средство понадежней. Причину и следствие, я хотел сказать. Неважно. Я буду рад понаблюдать сам. Угощайся. Что же мне выбрать? Желчь бури, жжет как огнем. Угощайся. Угощайся.